На центральному пляжі у Гродні супрацовники АСВОД вирятували дівчинку. Трагедія амаль не відбулася за того, що батьки покинули неповногодовую без нагляду. 13-годовой дівчинці допомога медиків не спотрібилася. Тільки пільність служби врятування дозволила позбігнути чергової трагедії. З початку року у регіоні вже зареєстровано 14 ахвяр води. Юлія Юхневич розкаже. Напередодні чеканих вихідних працівники АСВОД УУЗ і МНС узмацняють контроль за місцями відпочинку гродянцев для води. Профілактичні сумісні рейди мають одну мету – нагадати громадянам о правилах безпечного знаходження для водойомів. Хочу вас попросить соблюдать правила безопасности и самое главное – следить за ребенком. И пускай наши памятки будут у вас всегда под рукой. Спасибо вам. Золотое правило – выратование топельцев с праворук самих топельцев. С початком пляжного сезона мае особливо актуальное гучание. Статистика выпадков у регионе уже отзначена 14 ахвяр воды, доказывая, отпочивальники частяком игноруют меры безопасности при знаходжении каля водоемов. Уже с начала текущего года в Гродненской области утонуло 14 человек. И буквально вчера на центральном пляже в Гродно была спасена девочка 13 лет. Дети 13 и 14 лет пришли отдохнуть на центральный пляж без сопровождения родителей. Играя в воде, они не заметили, как начали подталкивать девочку дальше от берега и ближе к глубине. Течением ее сносило на глубокое расстояние. Благо, в это время дежурили спасатели АСВОД, которые заметили паникующего ребенка в воде, бросились ему на помощь и в течение нескольких секунд вытащили на берег. Помощь девочке не потребовалась. Находясь у воды, отдельная просьба к родителям. Пожалуйста, наблюдайте за вашими детьми, находитесь на расстоянии вытянутой руки и не позволяйте им играть в воде. Як показує статистика, 80% з усіх випадків гибелі людей на воді відбувається у стані алкогольного оп'яніння. Тому під час рейдів спеціалісти особливу увагу звертають на тих, хто розпиває спиртное. До трагедії приводять і відсутність належного контролю батьків за дітьми. Ще одна з головних причин нещасних випадків – відпочинок поза межами офіційних пляжів. В запрещенных местах купаться не разрешено. Почему? Потому что там вам не смогут мобильно оказать помощь, если вы будете терпеть бедствие на воде. То есть вода и там, и тут такая же мокрая. Все дело вот в мобильности оказания помощи. То есть пока наш катер дойдет, допустим, до пляжа, который расположен возле Румлевского моста, пройдет очень много времени, и не факт, что мы успеем к вам дойти в нужный момент. Поэтому купаться нужно только там, где есть спасательные станции. Даже если вы порежетесь, ударитесь, поранитесь, вам тут смогут сразу же оказать помощь. Или если вы будете тонуть, тоже у нас всегда есть вахтенные наблюдатели, которые будут всегда за вами следить. До слова, с початку года в области выратовано 28 человек, у тым лику трое детей. У регионе дейничае 45 официйных зон отпочинку, у областном центре 4, у лесопарку Пышки, Лососна, Центральный, Юбилейное озеро, купанию яким зараз заборонено за неналежных санэпидстану. Усяго на Гродинщине дейничае 17 постов и 9 выратовальных станций АСВОД. Для недопущения несчастных выпадков на воде, у выходные отказные службы будут нести дежурство во узмоцненном режиме.